Велопробега семьи Алматы-Астана предлагают выдвинуть президента Казахстана на Нобелевскую премию в 2012 году. Сегодня текст обращения велосипедисты передали депутату Мажилиса парламента Ержану Рахметову. Вот по словам инициаторов пробега, за добровольный отказ от ядерного оружия в 1991 году Нурсултан Назарбаев должен быть удостоен Нобелевской премии мира. 20-летию закрытия Семипалатинского ядерного полигона велосипедисты посвятили и свою поездку по регионам нашей страны. 6 августа участники велопробега выехали из Семи, и вот сегодня велосипедисты отправились на двухколесном из Алматы в Астану. Только депутаты парламента могут выдвигать на номинацию Нобелевскую премию, поэтому они обратились ко мне, как к депутату, трижды избравшемуся Семипалатинского региона и поднимающиеся вопросы по реабилитации населения от Семипалатинского ядерного полигона. Мы надеемся заручиться поддержкой большинства депутатов парламента. Это окажет значительное влияние на процесс номинирования президента Казахстана на премию мира. Мы хотим, чтобы таким образом весь мир узнал о поступке Казахстана, который добровольно отказался от ядерного оружия.